Символичное перерезание ленты и обновленный ФАП в селе Польномихайловка открыты. Постройка середины 80-х годов прошлого века находилась в аварийном состоянии. В июле этого года подрядчики начали здесь капитальный ремонт. Спустя два месяца медпункт преобразили. Теперь сельчанам не придется ездить к врачу в районный центр за 30 километров. Это все рядом, это все профессионально, современно. Все, заходишь, это просто... Вот только уже подходишь, и уже все. Все болячки уходят. Я здесь часто бываю, уколы делаю, часто, и там порядок хороший внутри, хорошо сделано, молодцы. Стареньких у нас очень много здесь, так вот, чтобы вот не добраться вот до Останового. У нас необходимо здесь медпункт. Современная отделка, новая мебель и оборудование. По целевой программе на капремонт ФАПа из областного бюджета было выделено 650 тысяч рублей. Светлана Севрюкова, фельдшер с 30-летним стажем, открытие ждала больше других. Работать нам станет лучше, удобнее, приятнее. И людям будет приятно приходить, я надеюсь. В отремонтированном ФАПе можно пройти диспансеризацию, проконсультироваться у врача и получить направление к узким специалистам. В день медпункт способен принять до 20 человек. В Становлянском районе это уже второй ФАП, который открыт после капремонта. Есть определенный график, по которому будут реконструироваться уже действующие ФАПы. В том числе у нас построен в Лукьяновке новый ФАП, который ждет своего открытия. Сейчас в области действует более 400 сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В 50 из них в ближайшее время начнется капитальный ремонт. Дмитрий Курмаков, Валерий Фаустов, «Липецкое время», Становлянский район.